Итак, никаких разговоров, никаких боев с подушками и никакого чтения в кроватях. Ну, мам, ложиться спать так скучно. Да, совершенно нечего делать, просто лежишь и скучаешь. Тс, неужели ты забыл о снах? Сны, сны. Сны – это продукт возвышенной работы мозга. В снах отражается все пережитое за день. Одним словом, возвышенная работа мозга скучна. Разве я не рассказывала вам про винков? Нет, а кто они? Винки – это маленькие существа, которые живут в стране снов. Они заботятся о том, чтобы твои сны были самые лучшие. В течение дня они спят, и мы не можем их видеть. Но как только наступает ночь, они принимаются за свою работу. С их помощью ты можешь стать кем только пожелаешь. Супергероем, роботом, прекрасной феей или же клоуном. Ты даже можешь стать монстром. А я могу стать ниндзя? Конечно, но только хорошим ниндзя. Ну, мам, иногда мне снятся совсем другие сны. Они очень страшные. Ах да, только это работа не добрых винков, а злых. Они тоже делают сны, только их сны ужасные. Но ты не бойся, не имеет значения, насколько страшен сон. Добрые винки всегда находятся поблизости и возвращают все на свои места. Они бронят злых и прогоняют их прочь. Ма, а что будет, если с добрыми винками что-то случится? Кто спасет нас тогда от злых винков? Солнышко мое, ничего с ними не случится. Ма, ну а если случится? Тогда ты отправишься к ним на помощь и спасешь их. Да! А теперь ложитесь и засыпайте. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мам! Что? Куда же делся этот лентяй? Тредбер! А? О-оу. Только посмотрите туда. Все погрузились в сон. Они веселятся и забавляются во снах, как младенцы. Они забыли о моем существовании. Они смеются надо мной, погрузившись в свои ночные фантазии. Вы звали меня, повелитель? А, Тредбер, прошу прощения. Я тебя случайно не разбудил? Нет, хозяин. Ты уверен в этом? Отчего же ты выглядишь, как помятая подушка? Я только вздремнул чуток. Потрясающе. Это на тебя очень похоже. Тебе бы только спать, а до остального тебе нет дела. И это именно тогда, когда ты мне просто необходим для выполнения моих блестящих планов. Приказывайте, хозяин. Да, я уже отправил злых винков, чтобы они похитили добрых винков. А ты отправляйся и поищи их тоже. Что? То, что ты слышал. Если я не могу спать, то почему другие должны видеть прекрасные сны? Отныне все сладкие сны запрещаются! Thank you.
Bye-bye.
Yeah!
Yeah.
Yeah.